Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Мы сейчас находимся в священной Мекке у Дома Всевышнего Аллаха, у первого храма Единобожия на земле с нашим дорогим братом и шейхом Асхатом. Он только что завершил умру, мы уже пожелали ему, чтобы Аллах Всевышний ее принял, чтобы очистил нас всех от грехов. Я сам здесь тоже совершил недавно умру. Только что завершилась наша встреча, новая встреча с муфтием Мекки, с шейхом Юсуфом Аль-Бахусом, и мы снова говорили о том, как мусульмане могут стать гарантом мира, добрососедских отношений в наших странах. И, к сожалению, находясь в священной Мекке, нам приходится говорить о самом горьком, что может произойти между братьями, между соседями. Это страшная война, которая сейчас идет между Россией и Украиной. И я хотел бы обратиться к Асхат Хазрату с просьбой сделать напоминание мусульманам России, Украины и всех соседних стран, как поступать нам в ситуации, когда конфликт уже разразился, когда пошли жертвы, когда уже вспыхнула ненависть. Как нам это пройти, преодолеть и вновь научиться жить вместе? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры уважаемые дорогой брат шейх Руслан баракаллаху فيكم جميعا ان شاء الله как есть так есть шейх Руслан баракаллаху فيكم جزاكم خير سبحان الله свидетельство Аллах سبحانه وتعالى мы сейчас находимся на самой лучшей благословенной земле на всей планете священная Мекка каждое действие здесь приумножается в 100 000 раз намазы, адкары, кроме салавата, салават в 1 000 000 раз, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, один салават, кто за меня сделает, как будто 10 раз 10 умножить на 100 000 – 1 000 000. Поэтому один раз сказать, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад ва саллим, как будто мы сказали 1 000 000 раз. И дуа здесь принимается около дома, и как шейх Руслан, мы все, альхамдулилля, верующие, даже мы спрашиваем также, и всех паломников, арабов, саудийцев и так далее, все просят дуа, чтобы не было войны на этой земле, чтобы был мир, чтобы, альхамдулилля, был мир во всем мире. И просим Аллах, субхану тааля, в первую очередь, чтобы у нас принял от нас эти дуа. Ведь, альхамдулилля, верующий, как мы говорим, желает мира для всех, для всего своего окружения, для всех, альхамдулилля, когда мы говорим, ассаляму алейкум, мир вам. Не просто так мы желаем это на языке, а в виде Всевышнего Аллаха, субхану тааля, что-то мы в сердце желаем, альхамдулилля, мира. Что касательно вопроса, после того, как уже сейчас уже разразилось и так далее, как жить дальше, как дай Аллах субхану тааля пройдет время и так далее, иншаллах, чтобы просим Аллах субхану тааля, чтобы восстановились дни те, которые были, альхамдулилля. Я прошу прощения, дорогой хазрат, ведь и с российской стороны, и с украинской стороны проживают, во-первых, братские народы, российские, русские и украинские, и там проживают мусульмане в огромном количестве в Российской Федерации и на Украине, и они вовлечены в этот конфликт, они вынуждены сегодня совершать самое страшное, что может произойти между братьями. Хотелось бы вернуться к шейху Русланову в сиру пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, и посмотреть, подобные действия были во времена пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, в тот момент, день Ухуд, когда посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, чуть не убили, сломали ему рубаи, сломали ему зуб, посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, потерял он своего близкого дядю Хамза, радаллаху анху. И после того, как закончилась вот эта битва, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, начал взывать к Всевышнему, сказал, «Аллахумма гфир ли кауми, фа иннахум ля яалямун». «О, Аллах, прости мой народ, поистине они не знают». Они не знают, что они делают, они не знают, кто я, с чем я пришел, они не понимают. То есть они, прости их, о Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просил дуа даже за тех, против кого он воевал, сражался. Убили Хамзу, радаллаху анху, убил его Вахши. И тот эфиоп, который навел Ахинь, жена Абу Суфьяна. И он скрылся после того, как убил Хамзу, радаллаху анху, который говорил «Асадуллах, лев Аллаха». Он был тот, который защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он был жив, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, была живая защита для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда он потерял своего дядю, это было очень больно для нашего, на сердце нашего любимого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и скрылся Вахши, и вел переписку с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, принял ислам. И в одном письме пишет посланнику Аллаху, «Аягфиру Аллаху ли, простит ли меня Аллах?
О, Расул Аллах, я посланник Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля, сколько я сделал грехов, сколько я убил людей, сколько я выпил алкоголя, сколько я сделал прелюбодействий. Убил твоего дядю Хамза радиаллаху анху. А я гфиру Аллаху ли. Простит ли меня Аллах Субхану ва Тааля? И Аллах не спасла в этот момент ая из суры Зумар, где сказал: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи, о я عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. О, те люди, которые согрешили, которые погубили сами себя в своих грехах. Да, تقنطوا من رحمة الله. Не отчаяйтесь милости Аллаха. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Поистине Аллах прощает все грехи. إنه هو الغفور الرحيم. Поистине Он Аллах прощающий милосердный. И тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то есть хотел перед тем, как ответить ему, и Аллах субхана ва тааля по своим знаниям мудрости знал, как было бы тяжко ответить пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям за смерть Хамзы и сказать: да, Аллах тебя простит. В тот момент, когда он так сильно любил, Аллах отвечает за посланника Аллаха. Я хотел бы вспомнить еще, знаете, что две истории. Первая – это история Икримы ибн Абу Джахиля. То есть человек, который 23 года воевал против мусульман, 13 лет в Мекке, 10 лет в Медине. И даже в день взятия Мекки, Фатха Макка, когда все были прощены, когда пророк Мухаммад, мир ему благословение, сказал: все прощены, кто в доме Абу Суфьяна. Он в этот день воевал против мусульман, был разбит и бежал на берег Красного моря. И в этот, даже после того, как он нарушил, как бы, ну, призыв пророка Мухаммада, мир ему благословение, сложить оружие, он сражался, убежал, его супруга вернула, и он боялся, что пророк Мухаммад, мир ему благословение, не простит. Она сказала: он простит. И как он пришел, вы помните? Когда он шел к пророку, пророк Мухаммад, мир ему благословение, что говорил? Сейчас к вам явится такой-то, не порицайте его. И он простил его, и Икрима не только принял ислам, он стал героем ислама. Он рвался в бой и говорил: не останавливайте меня, вы столько благодеяний совершили, а я боюсь не успеть, боюсь не успеть. И он ушел героем. Когда все раненые лежали, сподвижники, все просили воды, он взял чашу с водой и передавал другим раненым, и она пошла по кругу, и когда уже вернулась к нему, уже скончался. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи шейх Руслан, был хулаб Кур'ан. Он рабал Кур'ан, как Аллах Субхану ва Тааля описывал в Кур'ане: «Ва иннака ля'аля хулукан азим», «Поистине твой нрав великий». И Айша радиаллаху анха сказал, когда ее спросили, какой же был его нрав: «Кана хулуку аль-Кур'ан», «Ва рабал Кур'ан». А что тут Аллах Субхану ва Тааля говорит в Кур'ане? «Фалья'фу валь-ясфаху, аля тухиббуна ан ягфираллаху лакум». Аллах Субхану говорит: прощайте, миритесь. Прощайте, миритесь. Неужели вы не любите и не хотите, чтобы Аллах вас простил? То есть, если мы хотим, чтобы Аллах нас простил, каждый из нас грешный. Что нужно сделать? Нужно уметь прощать, уметь... Меня часто некоторые братья обижаются, даже в Инстаграме писали, говорят, я как-то рассказал, я считаю, тот, кто не может простить, это слабый человек. Он говорит: как так? Говорят, почему вы так говорите? Потому что, субханаллах, ты делаешь ради чего? Ради Аллаха. Мы хотим, чтобы Аллах нас простил, поэтому мы... должны научиться также прощать, альхамдулля. Поэтому, когда запою, говорю: альхамдулля, Аллах субхану, я всех прощаю. Я ради Аллаха субхану, освобождаешь себя от этого. Откроется занавес в рай. Фахия аль-Кусу, фиха аль-Джанна, в раю, дворцы, анхар, реки, ашджар, деревья, вот эти плоды, райские плоды. И когда только в этот момент тот, который получил то, что он должен был получить, этот верующий, уже, альхамдулля, вернул то, что положено было ему, увидит этот рай и спросит: والله يا ربي لمن هذا لأي نبي هذا لأي شهيد هذا لأي صالح هذا о мой господь я аллах какому пророку принадлежит. То есть смотрите, он начинает с высшей степени, он сказал для кого пророк, для какого пророка, какому пророку принадлежит, какому шахиду принадлежит, какому праведнику принадлежит. Сегодня же когда Аллах سبحانه هذا لمن عنده ثمن, это принадлежит тому, у кого есть цена за это. Фама саману, сколько это стоит? У кого мен еблик саману, кто может купить этот рай? Ни у кого нету на это саману. И Аллах Субхану ва Тааля сказал: энте тамлик. Ты, говорит, можешь, у тебя есть цена за этот рай. Фама саману, как? Какая цена? Энте афу ли ахик. Прости этого брата. Прости этого брата, будет в рай тебе. И он сказал: кад афауту анху, я Рабби, кад афауту анху. Я Рабби, я простил его, мой Господь, я простил. И Аллах Субхану скажет: худ ахаке бьеди, фадхуля ль-джанна. Возьми своего брата за руку и зайди в рай. Субханаллах, какой Аллах Субхану милика, какой Аллах Субхану милости и милосердный. Что Аллах Субхану, какой милости и милосердный, Субхану Тааля. Поэтому Аллах Субхану что говорит?
والله يريد أن يتوب عليكم. الله хочет простить вас. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. А те, кто следует своим страстям, хотят, чтобы вы еще больше и больше сбились с пути Всевышнего. يريد الله أن يخفف عنكم. Аллах хочет облегчить вам. وخلق الإنسان ضعيفا. И человек сотворен слабым. Я вспомнил еще вопрос, который задавали одному брату. Это было интервью, и его так немножко провокационно спросили, что будет, если мусульмане победят. Вот мусульмане стремятся к чему-то там, этот, противостоят этой американской системе. Вот, допустим, они победили, что они сделают? Вот что будет? Массовая резня, террор, ужас, кошмар, всех казнят. Ответ. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Все будут прощены. Один из подвижников закричал, сказал: «Аль-йом йом аль-мальхама». Сегодня день пролития крови, мяса, мясорубка, когда было открытие Мекки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля, аль-йом йом аль-мархама». Нет, сегодня день прощения. Дорогой хазрат, после такого напоминания, вот теперь конкретно мусульмане с российской стороны, которые вошли, мусульмане с украинской стороны, которые попали под огонь, пытались защищать свои домовладения и погибают, родственники теряют своих близких. Закончится, это когда-нибудь закончится, мировое сообщество, Москва, Киев, все хотят сегодня прекращения этого кровопролития. Что делать мусульманам? Вот конкретные шаги. Вот у них разбиты сердца, они оплакали своих близких, они уже похоронили, как бы насыпаны могильные курганы. Что должны делать дальше? Это подключать, я не знаю, имамов, подключать муфтиев, или напрямую искать в своем сердце силы, чтобы обратиться к мусульманам России или со стороны России к мусульманам Украины. Как начать этот процесс навстречу друг другу? В первую очередь, альхамдулиллах, нужно понимать, ради кого ты это делаешь. Ради Аллаха субхана, Аллах кабир, Аллах великий, Аллах субхана щедрый. И мы должны понимать, то, что произошло, это было предопределено за 50 тысяч лет до того, как Аллах створил уже Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, для хикмати ма, для какой-то мудрости, о которой только знает Всевышний Аллах. То есть это тяжелейшее испытание для нашего поколения, чтобы мы смогли достойно проявить себя. Достойно проявить себя. Аллах Субхану ва Тааля, ма ассаба мин мусибатин фил арду ва ла фи анфусикум, илля фи китаб мин кабли ан набраха, ликай ла таасау аля ма фатакум, ва ла тафраху бима атакум. Аллаху ля юхиббу кулля мухталин фахур. Какие бы испытания ни были на земле ваших самих, это было уже зафиксировано в небесном скрижале для того, как Аллах сотворил вас, для того, чтобы вы чересчур не радовались то, что даровал вам Всевышний, и также, чтобы не сожалели о том, что случилось. И просим Аллах субхана ва тааля, иншаллах, чтобы дал нам всем возможность иметь такое сердце, которое может прощать. Мне жалко такого человека, который говорит: я не умею прощать. Я не смогу кого просить. Это многие шейхи мусульман, из мусульман, из практикующих мусульман говорят такие слова. Также шейх Руслан о наших братьев, которые на протяжении многих лет также испытаны и умирают, погибают. Наши братья уйгуры в Китае, наши братья в Бирме и так далее, в Палестине и так далее. Субханаллах, в Сирии, субханаллах, на протяжении десятки лет и так это с ним происходит. Сейчас вот мы, которые вот я недавно, когда был в Ливане, снимал видео, говорю: может быть, говорю, субханаллах, мы не знаем, что будет завтра. То есть у них у всех были дома и так далее. То есть они сейчас остались в палатке. Аллаху алям, что будет завтра. Помните, мы в Стамбуле только снимали видео. Вот Аллах вам показывает то, что... Поэтому... Дорогой хазрат, я искренне вас благодарю за это. Я как раз хотел привести конкретный пример, как это может выглядеть, примирение. Очень хорошо знают об этом на Кавказе, где периодически происходит столкновение на почве кровной мести, убийства. Там существуют специальные комиссии по примирению кровников. И я думаю, что после завершения боевых действий мусульманам Украины, мусульманам России нужно будет сформировать специальные комиссии при муфтиятах, при национальных организациях, при мечетях, для того, чтобы разбирать каждый случай. Это займет много лет, десятилетия это займет. Но мусульманам нужно пройти через это. Потому что без примирения верующих двух самых близких стран не будет развития, не будет возрождения мусульманской общины всего постсоветского пространства, всей Евразии. Братья, я понимаю, что это будет очень тяжело,
Но на каждом из нас лежит ответственность, чтобы начать этот тяжелый, но необходимый процесс, чтобы заслужить довольство Всевышнего. Баракаллаху фикум.